Я ползу по доске. Она кажется мне горячей. Под доской трещит и прогибается лед. «Гусоньки! Гусоньки!» — шепчу я, глядя на сбившихся в кучу гусей, которые отплыли к противоположному краю полыньи и встревоженно с недоумением погагакивают. «Гуси не улетают!» На следующий день мы перешли реку по свежей тропинке и приблизились к быку. Полынья сделалась совсем маленькой, и в этом окне метались по кругу ошалевшая, усталая и голодная стайка гусей. И вот мы бросаем доски. Теперь надо одному, кто тут полегче. И его глаза останавливаются на мне. Я ползу по доске. Гусоньки, гусоньки. Вдруг я почувствовал, что возле моего бока что-то зашуршало. Держи, держи доску. Доска доползла до воды. Я держу кончиками онемевших пальцев доску и опять зову, умоляю. Гусоньки, гусоньки, миленькие.